Ребят, всем привет! Наконец-то настал этот день. Сейчас мы объявим победителей. Ребят, у нас к вам большая просьба. Пожалуйста, не обижайтесь, кто сегодня не выиграет. Победитель будет выбирать компьютер, а не мы. Если бы можно было, мы бы всем вам подарили бы подарки. Ну что, давайте приступать. Всем привет, ребят. Ну что, давайте определим 11 победителей. Я уже вставила ссылочку. И сейчас будут загружаться комментарии. Очень много комментариев. 17 477. Ну что, сейчас мы определим 5 победителей, где разыгрываются футболочки. Итак, первый победитель – это Милана, страна Россия. Город Сердобск. Поздравляем тебя. В описании я оставлю ссылочку на электронную почту. Пожалуйста, напиши туда, и мы тебе отправим твой подарок. И следующий победитель – это Настя. Она живет в городе Хабаровске. Поздравляем тебя. Напиши нам на почту. Ссылочка в описании. Дальше смотрим следующего победителя. И следующий победитель – это Валерия. Живет в России, город прохладный. Поздравляем тебя. Так, выбираем следующего победителя. И следующий победитель – Сарюна Гармаева, Улан-Удэ. Поздравляем тебя. И последний победитель, где разыгрывается футболочка – это мисс Настя, Санкт-Петербург. Поздравляем тебя. Так, ну что, теперь мы определим 6 оставшихся победителей. И побеждает у нас Ралина. Живет в городе Нефтекамске. Поздравляем тебя. Выбираем следующего победителя. Следующий победитель Ирина. Она живет в России, Архангельская область. Поздравляем тебя. Напиши нам на нашу почту. Следующий победитель. Настя. Живет в городе Салават. Поздравляем тебя. Следующий победитель Елизавета Кузьниченко. Так, ну здесь у нее комментарий совсем не по конкурсу. Давайте проверим, что она, может быть, она еще какие-то комментарии оставляла. Вот смотрите, я написала ее имя, фамилию, и здесь есть комментарии, где она участвует. Ее зовут Лиза. Живет в Вязьме, Смоленская область. Так что, Елизавета, мы тебя поздравляем. И следующий победитель у нас Настя Найс. Так, у нее тоже комментарий не по конкурсу. Давайте проверим в комментариях. Так, вот я сейчас напишу Настя Найс. И посмотрим ее комментарии. Так. Нет, смотрите, ребят, у нее только один комментарий. Она оставила комментарий по теме слайма. У нее нет комментария, что она участвует, поэтому мы выбираем следующего победителя. И следующий победитель Дмитрий Карбышев. Так, посмотрим комментарии. Да, я участвую. Так, ну не знаю, если это мальчик, то нам придется купить подарки для мальчика. Ну, а может быть, это написала и девочка, просто с аккаунта своего папы. Поэтому, если ты себя узнала, то напиши нам, ссылочка будет в описании. И последний победитель. Извините, села батарейка на камере. Следующий у нас победитель – это Даша Омайгад. Я участвую, мне 10 лет, меня зовут Даша, живу в городе Агрыз. Поздравляем! Ну что, ребята, поздравляем всех, кто победил. И не расстраивайтесь, кто не выиграл. Мы вас всех очень-очень сильно любим. И спасибо вам, что вы с нами. Мы обязательно еще будем делать разные всякие конкурсы. И со слаймом мы тоже. Всех целуем. Всем пока-пока. Пока!